Есть профессии, которые бывают только по призванию. Есть работы, которыми люди занимаются, потому что, ну, чем-то надо заняться. Даже в медицине скорая помощь, она же экстренная помощь, это отдельная такая ветка. И есть много специалистов, прекрасных в своем деле, но на скорой они себя чувствуют очень неуютно. Поэтому те, кто на скорой задерживается, из нее уже не уходят до самой старости. Мой рабочий день начинается с принятия смены. Мы каждый раз, это утро, бригады меняются по 2, например, на нашей подстанции, их 8 на нашем подразделении. Точно так же в любом районе города бригады заступают посменно, бригады заступают поочередно, принимают в работу имущество, принимают в работу инвентарь, принимают в работу спецмедикаменты. И так далее. Мы начинаем работу, регистрируемся в сети у диспетчера и начинаем рабочий день, потому что вся система обработки данных, поступления вызовов и получения их бригадами проходит через централизованную диспетчерскую. Это очень большой мощный центр, который принимает звонки со всей Одесской области. Часто люди ждут каких-то описаний от медработников, что для нас сложность представляет работа в каких-то экстренных обстоятельствах, что это что-то невыносимое и так далее. Мы точно так же приобретаем специализированные навыки, которые человек, которому пересечный громадянин, их не имеет. И для нас работа со случаями, связанными с ранениями, с травмами, с какими-то реанимационными мероприятиями, чем-то необычным не является. Поэтому для нас это не сложность, для нас это однопряженная, ответственная, но все-таки работа. Мы это делаем. И делаем, слава богу, достаточно неплохо, на всю, как говорится, свою возможность энергии. Скорая помощь, и я думаю, что мои коллеги стационаров, работающие, скажем так, с терминальными состояниями, мы не смакуем какие-то, например, видео из интернета, когда кого-то, скажем так, расчленило какое-то происшествие там, и так далее. Мы не рассматриваем трупы, мы не описываем какие-то случаи там, большой травматизации или чего-то еще. Нас веселит и радует, когда человек остался жив. Понимаете, в чем дело? Вот, у нас это называется «довезли». Понимаете, большинство работы, процентов 90 того, что мы выполняем, это совсем не те случаи, которые где-то бросаются в кадр, где-то снимаются на улице и так далее. Процентов 90 нашей работы может показаться рутиной. Это как раз те случаи, когда необходимо вычленить и выйти на диагноз и понять, опасен он или нет. Все-таки мы любим свою работу за то, что мы в какой-то степени получаем невероятное эмоциональное удовлетворение от того, что можем разрешить случаи, которые другой никто не может сделать. То есть мы выполняем что-то, что для других людей является тайной за семью печатями, и разрешаем такие вопросы, когда люди, пребывая в панике, в страхе, в недоумении, в волнении, опасении за собственную жизнь, за собственное здоровье, за здоровье близких. В этом случае, если мы можем эту ситуацию привести к позитиву, но мы чувствуем себя соответственно. Это драйв все-таки.